Меня зовут Виктор, это сервер Белка VLG, и я продолжаю. Так, что там? Я взял автомат, взял патронов, целую кучу, и под вот эту хрень надо взять. Я просто так понимаю, я хер под него найду. Леопольд не тот, это не то. Ну давай обычный охотничий возьмем за косарь. Он же без этих всяких там. Что какой тут глушитель нужен? Черт его знает. Шаг, депозит, клосс. Так, теперь надо заново компас открыть. И... сюда. Ладно, пошли. В темноте. Блин, а что в темноте-то? Блин, может мне подремать надо пока? Может надо подремать? Ночь воспользоваться этим. А, она бодрость растет, только не пишется, что столько-то процентов восстановлено, восстановлено. Так она растет, все понятно, тогда ладно. То, что она, кстати, это. И то, что она, кстати, то, очень удобно. Ну, точнее, ты видишь вокруг, что происходит, когда спишь. Прикольно, это прикольно. Что у меня тут? Нахер надо, короче. Вырубить Дискорд. Сколько батарейка-то стоит, интересно? Фонарик прикупить бы, батарейку. Все будет попрактичнее этого. Химсвета. Вспомнил, как называется. Такое время с нами работает. Это и понятно. По-любому у тебя продается, да? Сот, ничего, блядь. Это
Да ёптать. Обдираловка. Обдираловка. Ну и чё, и коты? Встала сразу сюда, да? О, отлично. А если я сейчас здесь залутаюсь, а у меня вообще там не будет этого. Ну, телики, получается, довольно часто падают. Просто можно ли на них найти какой-то топовый лут? Там хотя бы читак, например, найти бы. А еще вопрос против кого эти топовые пушки использовать, да? То есть, значит, должны быть какие-то сильные противники. Если против них можно будет, ну... Если есть мощные пушки, значит, должны быть и мощные противники. Ну вот не против же вот таких вот, да, использовать. Эй, друг, бляха-муха. Ты чё? Блять, как же охуенно с прицелом-то. О, блин. Заебись. Я его купил, а тут нашел. Вообще хорошо, да? А это что такое? Пушок, это что такое? Очки, комбинезон, гром. О, блин, рюкзак какой-то. А ты на сколько слотов? На 80, и оружие можно повешать? Ого! Конечно, однозначно тебя берем. Однозначно берем тебя. Блин, масхалат. Давай возьмем тебя. VR-80. Незнакомая мне пушка VR-80. А может и знакомая просто. Может я и не пользовался. Что такое лежит? Еще рюкзак какой-то. Только другого цвета, да? Не, куфию я трогать не буду, пусть она куфия тут дальше лежит. Пушечка, два рюкзачочечка, чё почём, а хер его знает.
Ну и прицел, в принципе, сочный. И теперь бежим на следующий хеликраш. Так, что сюда можно прикрепить? Съемные карманы, рация. У меня рация тут есть. Фонарик, еще какую-то хуйню. 6B38, а этот как называется? Сноу. А этот 6B38 Сноу. Обожаю отток просто. Просто обожаю отток прицел. Штык для КА. Магаз под FX. То есть, что, типа, вы мне намекаете, что FX не нужно продавать? Да? Это что такое? Лампа. Газовая лампа, берет, это что, ого, это надо взять, ну, касса, что ты мне тут показываешь, глушитель, что ли, у тебя, и что, вот эта херня, ну, я вот эту херню заберу, а тебя оставлю, так, пластиковая бутылка, а у меня фляжка есть, нет, а, пластиковая, о, очки какие-то, фляжка, не, не нахуй. А, прикольно, очки. Мне их некуда одеть. Некуда одеть. Блин, ПНВ-ху бы найти. Конечно, этот хелик поскучнее предыдущего. Что-то прям по оружию это вообще ничего. Пора обоим. Ну, калаш точнее такой. Так, а где ты, трейдер-лесник? Это... Ну... Да, в принципе, да. В принципе. Продолжение следует...
Попьем, если что. Жаль, мне ж на эту каску ПНВ-ха не крепится. Мне нужно будет ремешок для ПНВ найти. И саму ПНВ. Блин, эти свиньи мне сейчас старинный карабин 308 калибр. Ну ладно, давай возьмем. Так, еще. Пьем, 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 напиваемся водички, там еще 2 километра херачу. Все, перепил. Заканчиваем. Так, я ж помню, да, вот такие перчи нашел. Чтобы уж по цвету костюм подходило.
Перепил, чувачок. Нельзя. Нету фруктов. Нету, нет. Нету, нету. Нету фруктов. Нету, нету. Ни животных, ни фруктов нету. Миша. Миша, кстати, заорал. Так, что можем продать? Только вас и все. Же, у тебя что, охотничья одежда только продается, да? Ага. Охотничье оружие. Язык Громбла. Ёб твою ж медь. Да уж.
Прикольно. Тут особо-то это ничего и нету, оказывается, у него. Ничего такого у него и нет. Так, а мне его приманивать-то охотиться, если сейчас идти. Блин, я думал, я маленько хоть разгружусь, а получается-то ни хрена я не разгрузился толком-то, да? Вообще ни хрена. Очки с антигрибковым покрытием. Совсем не разгрузился. О. О лимонном цвете все. Прикольно. А у него ничего и нету. Ну-ка, подожди, давай получше посмотрим, тогда поизучаем, что у него. Одежда, охотничьи штаны. Ну, это все стандартно. Тактические перчатки там, да? Охотничьи ботинки, ковбойская шляпа. Ну, херня всякая. Снаряжение, нож. Бинокль. Охотничий. Ну-ка, стой, подожди, а я разве? А может быть, он может все-таки вот это вот, например, купить? А? Не, не может. Не может. Очень жаль. Очень жаль. Так. Жаль, жаль, жаль. Ханучи. Верша. Его носить, по-моему, нельзя, да, наверное, или можно? Или можно? Только где его тогда найти? Где его найти?
по-моему, тут не запрыгнет, да? Заебись, ты жахаешь. Ну капец, блин. Ушел, похоже, Миша далеко. А нет. Бля, где ты там рычишь? Ну, к тебе идти опасно. У меня стамины нету. Тут сюда на вышку пробежать надо. Сколько до тебя метров? 557. А, тут же заряжаешься ты. Так, ну-ка подожди, вот так давай. Ну похеру тут. Молчите, блядь. Его бы увидеть. Его бы увидеть.
Сюда-то он не дотянется. Его тут можно будет отстрелять. Угомонитесь, нахуй. Я на медведя охочусь. Сука, рычат, сидят. Не видно. И рыка не слышно. Ну да, хули. Не печенек, ебать его, да? Да где ты, блядь?
Бля, где-то далеко он. Где-то далеко. Через деревья не видать. Так, не, ну а если... Но он вон там. Темнеет, сука. Рядышком, сука. Но он здесь не достанет, да? Не должен. Так, ну-ка, у меня же... Что? Часы Монтана. Хероси. Вот это я. Вот это я. Ну, 308 же стреляешь. Слушай, я ничего не понимаю. Написано 308-ми стреляет. А что не так-то? 308-ми закончились, что ли? Серьезно, у меня закончились 308-ми патроны? А, это ж у меня на 338-х пушка. А 308-х у меня нету. Понятно. Бля, Миша. Миша, Миша, распиздяй. Выходи-то к нам.
Блин. Да где ты, блядь? Одного хватило выстрела. Пипец, блядь. Очковал больше. Ох, 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 ох. Юшки, хо-хо. Мишу-то ну прям так. Чпокнули. Он еще там есть. Так, это FX. А мне, блин, приманивать. А, стоямба. Не приманивать его нечего, блин. Так, ну мне очково пока там шарится Михалыч. Сука. Башка и стейк. И все. Так, а кости он тут эти принимает?
Так, а сала нету. Где ты? Ладно, короче, нахуй. Все кости, что ли, купил? Он по одной их покупает, что ли, или что? Этот-то хочет посытнее малость. Приятного, да? Ну что, я предлагаю тогда на этом сейчас закончить. Продолжим уже в следующей части. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.